Планируется ли расширение еще вкусы? Вот вопрос как раз. Вопрос, я отвечу. Да, значит, смотри, Миш, вот Бёнинг-шейк, шейк-пати, помнишь, вспоминаю, да? То есть вот почему шесть вкусов, да, на корабле Игоря Олеговича. Шесть вкусов, но вот ложечка-то у нас, это половиночка, то есть наша ложечка, да? Вот наша ложечка, да, она уникальная. Это тоже вот элемент маркетингового хода, да? То есть обычно вот производители берут там большую ложку, одна ложка достаточно. Нет. Вот эти ложечки две надо. Почему? Потому что по своему, по полезности, по набору они идентичны. Поэтому набирая одну ложечку из одного, другую ложечку из другого, вы получаете уже не шоколадный вкус, шоколадно-ванильный. А шоколадно-ванильный. А берете туда, условно говоря, там лимончик и клубничку. Уже лимонная клубничка. Вот почему говорю, у нас вкусов-то не шесть, у нас вкусов-то много. А, здорово, вот еще раз на ложечку обратите внимание, а тут еще есть линеечки, да? Да. Вот я говорил, что один из. Вот над ложечкой мы работали очень долго. Потому что вот понимание вот это, потому что вот можно сделать три, да? И таким образом вкусов-то у нас много. А зачем больше то сделаешь? Ну, есть, конечно, какие-то специфические. Ну, вишневый, может быть. Но ты можешь... Вишневый в чем? Это сладенькое с легкой кислинкой какой-то. Ну, сделай ты клубничку там, добавь чуть-чуть ванили, добавь чуть-чуть. Да, можно расширять. Но мы сейчас... Я понял. Да. Мы поработаем над тем, что мы попытаемся сегодня с дегустаторами посмешивать это немножко и дать какие-то определенные рекомендации. Оттенки. Люди не экспериментировали, а мы сами на себя возьмем это. А вот развитие, расширение, то, что я анонсировал на нашем вебинаре, да, мы сейчас сделаем вот новую упаковку в виде саше пакетиков, да. Опять же, причем пакетики у нас не будут с, как вот все делают, да, они все делают там доза одна, нет, у нас пакетики будут половиночка. Чтобы можно было вот эту нашу идеологию, да, дальше продвигать. Вот это что касается коктейлей. А по пищевке, по развитию, это вот сейчас вот тоже проработали очень интересную линию уже не протеиновых, а супы. Супы, обогащенные здоровое питание, обогащенные минералами, витаминами. Очень вкусные, приятные, без каких-либо концентратов, высокого качества супы, линеечка. Линеечка каш, вот Игорь, каша, да? Ведь это исконно русская, я говорил, еда, да? Или возьмем, я приводил пример, англичан, да? Почему они такие стройные, потянутые? Зачем там англичане? У нас есть традиционная произрастающая культура на территории Руси, Российской империи. Это лен. Я считаю, что льняная каша это вообще обалденная тема. Будет прорыв. Потому что по качеству и наполнению всеми витаминами, аминокислотами лен такой продукт, который даст фору еще овсянкам. Овсянка, сэр. Льняная каша, сэр. Нет, тема очень интересная. То есть мы работаем. Вот супы, каши, кисели. Вот это в том направлении, в котором мы сейчас двигаемся. Расширение, конечно. Да. У нас будет лен, супы. Да, правильно. Ну что ж, очень интересно. Мне, допустим, очень нравятся наши коктейли. И мне сегодня очень приятно, конечно, что я могу вот все вопросы, которые накопились, задать непосредственно людям, которые принимали в этом самое прямое участие. Вам удалось, казалось бы, невозможное, потому что на рынке огромное количество коктейлей, это уже сказали все. И вы знаете, мы пробовали тоже огромное количество коктейлей за тот промежуток времени, что вот мы работаем с коктейльными формами. И вы знаете, наши коктейли отличаются тем, что они действительно гораздо вкуснее большинства, огромного количества коктейлей, хотя мы сравнивали коктейли и с другими компаниями тоже. Мы говорим о протеиновых коктейлях, потому что коктейли сами можно сделать еще вкуснее, но есть определенные ограничения.
Я прошу прощения, Люба. Да, да, да. И непосредственно мы смотрели не просто коктейли, а именно сбалансированное питание. Его не так много на рынке, как обычных коктейлей. И что я хочу сказать, что мы заметили, допустим. Конечно, после вкуса. Сергей Владимирович нам очень много рассказывал, как вы работали над вкусом коктейлей. И мы знаем, что вы потрудились на славу. Да? То, что можно смешивать вкусы, это правильно. Но у нас возникают вот такие вопросы. Допустим, люди в большинстве своем, когда начинают пользоваться коктейлями, они хотят снизить вес. Это номер один, как правило, вопрос. Снижение, коррекция фигуры. И на наших коктейлях это нам всем удается. Показатели это просто вот колоссальные, замечательные, потому что за 3-4 недели удается, казалось бы, вообще невозможное. Это действительно так. И возникает такой вопрос. Люди, у которых очень большой вес, допустим, за 100 килограмм, 110, 120, 130, они спрашивают, Люба, допустим, можно ли сесть на коктейли на неделю, то есть заменить полностью все приемы пищи только нашим продуктом. Это же сбалансированное питание. Можно. То есть не употреблять без вмешательства специалистов, что называется, да? Можно, но обязательно. Вообще, вот давайте так, я могу вам сказать, я уже начал рассказывать. Вообще, в принципе, резкое похудание, резкий сброс воды из организма такой вот, он вообще очень опасен, особенно в зависимости от возраста. Тут надо тоже очень быть внимательным, поэтому вот сегодня, сломя голову, броситься в том, чтобы отказать, ну вот я месяц просидел на коктейлях, вот я сбросил, да, но... В основном уходят объемы. У нас, допустим, в основном уходят объемы. Конечно, вес уходит гораздо медленнее, конечно, он плавно уходит. 3 килограмма в месяц. Поэтому тут вопрос такой, вот еще раз просто. Для того, чтобы потом остаться в данном весе, я просто не рекомендую резкое сбрасывание. Вообще, это все потом вернется. Во-первых, это на сердце влияет, на кровоток. При этом, значит, при таком похудании в день нужно выпивать от 1,5 до 2 литров воды. Мы рекомендуем 2,5. Это мы рекомендуем. Четко. Вот, для себя это надо вот в главу угла. Как бы она бы с трудом не шла у вас, обязательно надо выпивать это. Все равно, надо еще себя заставлять. И поставьте заставлять. Для себя, ну нельзя сразу так вот. Я понимаю, конечно. Не надо себя заставлять пить. Выйти хочется на пляж как бы, с идеальной после фигурой. После 130 килограмм. Да, выйти с идеальной фигурой. Просто нельзя этим... Условно потреблять. Да. Дело в том, что я и хочу сказать, что нет резкого сброса веса. Вот в чем вопрос. Это за счет того, что это питание, а не коктейльная форма? Или я не пойму, почему? У нас сколько вот есть, плавно идет сброс веса, объемы уходят быстро. Потому что правильный протеин здесь. Если мы говорим о резком сбросе, о неделе нет. Если мы говорим о месяце... За месяц от 3 до 5 килограмм. Прекрасно, больше прекрасно. Сброса прекрасно. Не идет. Это прекрасно. И больше не надо. Больше не надо. А вот объемы уходят на 3 размера, на 4 иногда размера. Но это нормально? Уходит нормально. Это уходит, а жировая масса остается. И уходит он быстро. Надо обязательно людям рекомендовать, если человек теряет вес достаточно быстро, обязательно надо обратиться к врачу и посмотреть анализы, биохимию крови. Конечно, обязательно да. Это, потому что этим, главная заповедь медицины – не навреди. И главная заповедь вас – вы продаете продукт, который обеспечивает здоровый образ жизни. У вас тоже должна быть заповедь «не навреди». И, соответственно, любому человеку, вашему покупателю, который покупает у вас коктейли, вы должны говорить, что если он обратится к вам, что он, наоборот, теряет сильный вес, сходи к врачу, посмотри основной обмен, посмотри. Это совсем не значит, что надо останавливать пить коктейли. Может быть, все замечательно. Но это как раз, вот то, что вы говорите, это подтверждение того, что у нас замечательная формула, что... Человек, используя коктейль, не сбрасывает по 10 килограмм, а сбрасывает 3-4. Прекрасно. Прекрасно. Здесь результат. Я хочу добавить, дочка Саша, больше 10 килограмм она скинула в течение чуть больше месяца.
Но она целенаправленно, она говорит, я хочу. Не, ну, Игорь, ну, девчонки, ты знаешь, что девчонка 19 лет, это. Главное, чтобы вот. Приехала, да, ну вот я сейчас к чему? Ты говоришь, вредно, полезно, я сейчас не к этому говорю. Да, я сейчас хочу сказать просто к тому, что вот говоришь, хочешь, да? Вот она захотела, она мне сидела на этих коктейлях, да? То есть напила водичку нашу, да, вот, ела коктейли, практически ничего там не ела, но мама там впихивала ей там какую-то травку, да, травку она кушала. Ну, вот она поставила себе чуть-чуть больше месяца, у нее она приехала просто вот с учебы с Англии, ну, там много сидела, много училась, там отрастила, лето, опять же, хотелось выглядеть хорошо, там она больше 10, там, что они, студенты. Вот, поэтому, если задача есть, цель поставлена, вот, да, это нормально, то есть 10 килограмм в месяц, ты вспомни, на самом деле, 6 килограмм в течение 3 первых недель, у тебя так, бум, раз, они ушли. Это на первом этапе бывает, да, а потом да. Чуть медленнее. А я это всегда так. Я просто знаю, что я сейчас вот встал, вот у меня стоит. Дальше включается следующий механизм. Вот если вы уходите на определенный уровень, дальше, если вы хотите пойти дальше, вы должны немножко видоизменить свой образ жизни. Сделайте более активным раз. И следующая ступень, когда опять остановились, это питание. Питание по времени. Да, имеется в виду после 6, не после 7. После 6 ем, говорит, после 7 ем. Вот после до 6 прием пищи, все. И дальше все это пробивается и уходишь. Я, опять же, по себе знаю, я сейчас не буду говорить о наших коктейлях, не буду лукавить, это было давно. У меня вес был, в общем, когда я становился на весы, 128 килограмм. В общем, я после, когда мне было 128 килограмм, я бросил взвешиваться. То есть, сколько у меня там было, я даже не знаю, да. В результате за полгода я ушел на 92 килограмма, да. Ну, то есть, понятно, да? Ну, я поставил себе цель, причем я не использовал там какие-то коктейли. Ну, вот я просто начал там, начал активно, видоизменил свой режим и ушел достаточно быстро, ну, где-то на 115-118 килограмм. Вот, а потом у меня вот был затык. И дальше я регулировал это приемом пищи по времени. То есть, я ограничил, после 6 перестал есть. Когда прошло какое-то время, бам, я быстренько дошел там до сотни, и вот с сотни до 92 я шел достаточно долго, да. То есть я там и питание, и время, и спорт, но очень было сложно. Сергей, но это все еще зависит от, ну, от возраста. Ну, нет, если у каждого человека, ну, у многих, допустим, я знаю, что если я не буду контролировать свой вес, у меня будет он большой. Всю жизнь это было. Я закончил школу, у меня было 105 килограмм веса. Это в возрасте 17 лет. Ну да. Через полтора года учебы в академии у меня вес был 68 килограмм. Вот. И, ну, потом, вот это и дальше, всю жизнь я его так немножко контролирую, с возрастом меняется. Поэтому, когда это делает молодой человек, ну да, восстановление, это легко, одно, да. Это легче. Когда это делает человек уже в определенном возрасте, конечно, это сложнее, с каждым годом это сложнее. И все-таки такой вопрос. Сколько по времени можно использовать только коктейль, без пищи? Ну, салаты какие-то, да, естественно, они едят, а ничего страшного. Нет ограничений. Ограничений нет. Ограничений нет просто по желанию человека. Каждый человек не должен себя насиловать. Конечно. Да. Он не должен осуществлять насилие. Если он захотел другую перейти, ему надо подсказать, пожалуйста, снизь коктейль не три раза в день, а используй его один раз в день, а два раза нормальную пищу, обычную пищу. Ну, соответственно, выдерживая определенные диеты, определенные... Определенные надо использовать. Если вы съесть большой гамбургер, да. Будете ложиться спать, то утром будете пузыри пускать, да. И коктейль уже не поможет. Вот, замечательный артист Дольф Лундгрен, да? Ну, многие его знают, это очень такой красавец-мужчина, постарше меня будет, выглядит великолепно. Так вот он, вот это вот классический пример образа, западного образа жизни, где они тоже контролируют свой вес, поддерживают, ну понятно, нужно. Он начинает свой день с коктейля. То есть у них вообще на Западе, те, кто в Штаты, да, вот там есть толстые, а есть спортивные подтянутые. Вот если спортивные подтянутые, вы любого спросите, с чего начинаем? С коктейля. Чем заканчиваете? Зачастую коктейлем, да? То есть вот у них это настолько впиталось. Хочешь быть здоровым, будь им.
Не надо перелопачивать через свой организм огромные вот эти массы пищи, потому что все равно, перелопатив его, ты получаешь вот столько, да? Если у тебя есть такая цель, такое, такое устремление быть красивым, молодым, подтянутым, там, эффектно выглядеть, коктейли – идеальное решение. Да, это определенная дисциплина, да, это определенная… Упала. В любом случае, даже если вы не будете потреблять коктейли, а хотите похудеть, да, то это определенная дисциплина. Просто это вам это помощь, легче. Да. Да, это вот, есть, берешь, вот, кушать не хочется, да. Это точно. 5-6 часов. Потом энергетика, вот вспоминаем, да, Галь? Пришел, я тут надегустировался коктейли. Как я приехал, я думаю, там, как у меня там как вертолет летал по офису, да? Мало никому не показалось, да. То есть это еще хорошая, классная энергетика. То есть и мало пищи, с другой стороны, организм непривычно, такой маленький объем пищи, а столько энергетики, столько всего. Так это же здорово. Это смотря сколько коктейлей вы будете. Да, Сергей Владимирович? Тут еще, Любушка, еще вопрос только, может быть, от перистальтики. Еще все-таки у нас физиология. Вода. Да, желудок должен все-таки работать. Какая-то твердая пища, она все равно да, должна да, да. Нет, они кушают салаты, вот такое все легкое. Только вот, и под наблюдением врача, наверное, да, и лучше капуста, знаете, да. Кислая капуста. Вот. Не стыдно, и сажают мне жалко. Ну, в общем, один коктейль. Очень рекомендую, я могу сказать. Мы просто забыли о таких вещах, как квашеная капуста. Квашеная капуста, замечательно. Просто восхитительно. Без всякого будет помогать и будете чувствовать себя вообще великолепно. И без хлеба. Да, 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 да. Очень вкусно. И еще такой вопрос. Везде бытует мнение, оно на самом деле имеет место быть, что шоколадные ванильные ароматизаторы натуральные, да, они присутствуют в природе, они в большом количестве, их много, они есть, и поэтому с этими вкусами все понятно людям. Но как получается у нас вкус лимона, клубники, грибов и овощей? Из лимона, из клубники, из грибов и из овощей. И сколько же надо переработать лимона, клубники, грибов и овощей, чтобы получить? Значит, и лимон, грибы. Вот, кстати... Здесь белые грибы, правильно? Грибы и овощи, клубника используются только натуральным ароматизатором. Это натуральные. То есть вообще будет более правильно, если говорить не с вкусом грибов, а здесь с грибами. Просто они мелко помолоты. Поэтому тут это с грибами. С овощами это продукт с овощами. В остальных есть усиление, используются натуральные ароматизаторы и ароматизаторы идентичные натуральным. Так, понятно. Теперь еще вопрос. Вообще основной вопрос, который волнует почти всех, насколько наш коктейль натурален? Ну, здесь можно сказать, что на 99% это натуральный продукт. Значит, неправильно. На 100% это, конечно, не бывает. Не бывает. На 99% это натуральный продукт, это используется натуральное сырье. Это растительное сырье, это сырье животного происхождения, там молочный белок есть, и яичный белок, это тоже животное происхождение. Это натуральный продукт. Здесь совершенно вы можете говорить спокойно, отвечать, что это натуральный продукт. Так мы и делаем. Да. И у вас будет совесть чистая. Так, еще есть некоторые такие... Есть некоторые медицинские вопросы, люди задают. В частности, какова белковая нагрузка на почки от одной порции? Значит, здесь можно сказать следующее, что да, если вы... Вот почему этот вопрос возникает? Это возникает вопрос, идет от спортсменов, которые используют белковое питание в намного больших дозах, приблизительно в 2-3 раза превышая нормы использования белка при физических нагрузках. Вот тогда и появляются проблемы с работой почек. При использовании коктейля нашего. Здесь нет, во-первых, нет сумасшедшей нагрузки по белку. Здесь вы используете почти суточную норму, если вы два раза будете использовать. Почти суточную норму.
Поэтому никакого здесь, никакой сверхнагрузки на почки здесь нет. Это совершенно уверенно я могу говорить. Ну, если за один присест банку съесть, ну, наверное. Ну, наверное. Ну, не полезно вообще. Это вообще, да. И жизнь не полезной заканчивается на одним и тем же. Бесспорно, да. У всех одинаково. Философ. Ну что, нет, когда начинает просто, ну вот начинает, ну, конечно, наверное, там, если ты будешь каждый день есть фуа-гра, да, то ровно там к первому же дню ты же, ну, тебя и покажут, ты печатаешь. Потом здесь еще очень важно, белок какой. Как там, смертельная болезнь? Да, жизнь. Жизнь – это смертельная болезнь. Фильм польский режиссер. Жизнь как смертельная болезнь, что-то далее название. Ну, это и есть действительно смертельная болезнь. Все этим закончим. Ну, так, попозитивнее. Это более нормально относиться. Употребляя данный продукт, облегчаете себе жизнь. Отодвигаете. И отодвигаете существенно. А если еще нашу биологическую воду, водичку употребляете, вообще. Вы знаете, тут вопрос такой, знаете, продлеваете себе жизнь, это он такой тоже очень философский. Понимаете, вот все помнят увлечение Игорь Матиняком, Ильич. Да, помните, да, вот гигантское, да. А Матиняк взял и 60 лет умер. Просто взял и умер, все, понимаете, и все вот все же просто все сходили с ума, средиземноморская диета, там, вино, оливковое масло, все ели там. Все было замечательно. Он 60 лет взял и умер. Это жизнь, это зависит просто от организма. Нет, знаете. Это еще генетика. Конечно. И умер он не от того, что он неправильно питался. Да, все правильно, да. Он умер, потому что вот так ему суждено было. Он выполнил свою миссию. Свою миссию, да. Так, попозитивнее, пожалуйста. Позитивный, хорошо жил, он вкусно ел, хорошие продукты. Когда ему надоело, он ушел. Поэтому надо к этому спокойно относиться. Но то, что это действительно освобождает вас по времени, по всему. Знаете как, современный человек, мужчине нравится стоять, что-то делать, если он одинокий, да, там, женщине, потому что ей не хочется выполнять сегодня все продукты, она свободная, она работает много. Поэтому, ну, хотя я хочу сказать, что нельзя забывать о том, что существует общий стол, семья, и хорошо там, и в этом смысле делать стол вот из коктейля, типа, такой, рекомендую, скажем, это немножко так вот это, философия стола уже, скажем так, нивелирует. Но это противоречит твое чисто внутреннее. Но у нас, сейчас мы пообедаем, раз так, раз. Нет, у нас день рождения или новый день? Да, день рождения. День рождения, да. А что заморачиваться? И стол. Нормально. Коллег, стол, коктейль. Коктейль платит, здорово. Есть вопросы, которые действительно медицинские, но они какие? Вот смотрите, мы говорим, что это не БАДы, да, мы говорим, что это, в принципе, людям практически всем же можно, да. А вот как насчет онкологии? Не будет ли это спровоцировано, потому что хорошее питание, полезное, да, а к сожалению, онкологических больных много. Мы можем это рекомендовать абсолютно всем. Вот онкология это в частности, а вообще в целом. Нет никаких противопоказаний здесь нет. Абсолютно. По заболеваниям. Вот тут абсолютно нет никаких противопоказаний по онкологическим заболеваниям. Mm-hmm. Более того, вот этот коктейль можно рекомендовать в том числе людям больным онкологией в период химиотерапии. Потому что в период химиотерапии восприятие это быстрее восстанавливается после каждого приема. Да, получается, нагрузки нету на кишечник, снижается, перерабатывать не надо. Биодоступные белки. Это, конечно, это мы не можем писать на банке. Ну, да, и никогда я буду первый противник против такой надписи. Но это обязательно. Вы должны в своей работе учитывать, что никаких противопоказаний нет. Потом, ведь по сути дела, как коллеги, это энтеральное питание. Это по сути дела энтеральное питание. То есть это продукт, который мы можем, человек, который не может принимать нормально пищу. При зондовом питании это можно прямо непосредственно использовать в домашних условиях шприцом, накачивая в желудок при всевозможных сужениях
пищеводы и так далее. Есть много патологий, да, в том числе онкологического характера, и ожоговой, и онкологической. Вот это надо тоже учитывать. Ну, конечно, там и та же самая рак гортани там и прочее. Да, где... рак гортани. Ну, так могу сказать, что коктейль, который когда-то мы производили, он использовался в клинике голова, шея онкологическая. Ну вот надо в клинику Блохина как раз вот тоже там пообщаться. Ну, для этого пообщаться, это, да, это немножко уже другая песня. Еще вопрос по поводу метаболизма, да, то бишь, вот смотрите, ведь многие питаются, не всегда правильно, в том плане даже, что не вовремя, да, вот вроде бы захотел или некогда. Здесь мы все-таки даем некие рекомендации, и получается, что, вот это правильное питание, да, утром, вечером, обед, и, то бишь, мы разгоняем таким образом метаболизм, да, то получается, что человек начинает хорошо питаться, качественно, часто, да, достаточно, а потом вдруг он перестал пить этот коктейль. Не будет ли возврата? Нет, вопросы некоторые, бывают. Вот такие вопросы будет, задают. В любом случае будет возврат. Рано или поздно будет возврат. Это будет всегда. В любом случае, садитесь вы на любую диету, там, как-то вы на раздельное питание. Если вы прекращаете, это все равно будет возврат через какое-то время. То бишь опять нарушение образа жизни и опять возврат. Естественно, конечно, естественно. К полному, но вопрос, да, состоянию. В том, что когда тебе надо будет вовремя питаться, встать рано, позавтракать, потратить на это какое-то время, на что не хочется, то это выход из того, что ты быстро... Да, это выход. Серьезный причем. Очень, да, быстро. Особенно для женщин, во всяком случае, которые надо, да, еще и косметикой, да, если попользоваться. Если уже лень вам даже вот это размешать, вот понимаете, то это уже, да, тогда уже диагноз такой, тогда уже вообще не надо ничего принимать. Да. Ну, Миш, да, я что еще хочу... смотрите телевизор и пейте... Нет, тут сейчас семья не даст. Сейчас, семья сейчас, же ведь тоже, Миш, должна, Миш, вот у женщины вопрос, поесть. Вопрос, да, на ответ еще. Но, опять же таки, используя наши коктейли, вот этот возврат, да, он достаточно оттянут по времени. То есть это опять себя нужно запустить. Я имею в виду запустить свой организм. Нет, естественно, конечно, поэтому через два дня вы не наберете столько. Вот опять же, качественность продукта, то, что, да, если вы бросите, плюнете на себя, на свой организм, опять начнете его там зашлакивать, хламить, это уже называется культура, да, вот, начнете с собой творить чудеса, в кавычках, при любом раскладе, но опять же таки, наши коктейли, они не дают привыкания, они дают очень хороший оздоровительный эффект, они насыщают организм правильными аминокислотами, биодоступными аминокислотами. То есть идет правильное формирование мышечной ткани, правильное формирование там, костных тканей там, за счет там, добавлений и так далее. И организм здоровеет. Опять же таки, мы говорим о воде. Коктейль – вода. Не забываем про нашу коническую воду. Да? Опять же, вот Игорь говорил, хочешь быть здоровым, да? Будь им. Конечно. Зачем себя загонять в пики? Вот диапазон, вот мы говорим о нашей бенической воде, пики, уходите от пиковых нагрузок, работайте вот в плавном диапазоне. Всем же хочется, понимаешь, всем же хочется вот волшебную таблетку, чтобы ты выпил, а утром ты встал, вот как, знаешь, как живая мертвая вода, понимаешь, там были, это вот как в молоке искупался, да, есть там, такое, я молодился. Да, только молоко кипящее, есть такое. Не-не, есть такое, только вот это вот утром лег, да? Или на вечером лег, а утром встал. Так вот, между утром и вечером 9 месяцев, да? Вот уснул на 9 месяцев, да, раз встал, все. Все, ты в этой таблетке, все у тебя все поменялось. Ты как молодой. Ну, это шутка, конечно. Да, и вот я еще хочу последний вопрос задать, как бы, со своей стороны, по поводу гендерного различия. Вот тоже есть такое понятие, что мужчинам одно, женщинам другое, то бишь, то же самое железо, где теряется и где не нужно его терять, да, вот. Как с коктейлями вот в этом плане? То бишь мы как вот назначаем, в смысле, рекомендуем, и вот на такой вопрос. Нет гендерного различия, не вижу я, не вижу. То бишь не нужно нам на этом заострить не внимание, надо, потому что не, многие я не говорят. Вижу, а потом, не вижу. А потом дальше, еще раз вот просто я могу повторить, пускай каждый человек вот не принимает тупо, пускай в себя заглянет. Ну, просто свои ощущения после приема коктейля, после... там недели приема коктейля, после там двух недель приема коктейля, он понимает, что у него происходит. Просто в себя загляните. Сейчас, Игорёш, по поводу гендерного различия. Я так хитро улыбаюсь, да? Значит, опять же, когда формировали, изначально закладывалось гендерное различие.
Вот соленых вкусов 2, сладких 4. Понятно, да? Поэтому... Вот. Ну, это шутка, да, ну, каждой шутки есть доля шутки. Ну, понятно, что старались сделать вот это питание более доступным, естественно, для женщин. Потому что женщины, они по своей природе, они не столь безалаберные, как мужчины. Вот. Миш. Ну, а так... Ну что, на этом тогда мы завершаем наш хороший разговор, вот, нашу передачу. Цикл, я думаю, нам всем понравился. Александр Ильич еще к нам придет в гости. Игорь Олегович, да. Вы подготовите еще кучу вопросов. Вот. И я думаю, что мы, во-первых, учтем некоторые замечания здесь. Спасибо, Игорь Олегович, спасибо, Александр Ильич. Доработаем. Угу. Здесь ставим, кому надо, что надо. Вот, ну, на этой нотке хорошей будем прощаться. До свидания. Всем спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Ну все, до свидания. До свидания. Спасибо.